Ну и где же они? Эх. Кто там? Полина, это я, Юля, и все остальные. Открывай. Привет, ну что ж вы на пороге стоите? Проходите. Девочки, как украшать дом будем? Как раз в украшениях. Я тут с собой гирлянду прихватила. А я прихватила с собой игрушки. У меня тоже где-то валялись. Надо посмотреть. Эй, вы украшать елку будете? Я уже ее поставил. Девочки, ну что, пошли? Конечно, пошли. Побежали, уже не терпится. Слушайте, я пойду в магазин. Кто пойдет со мной? Окей, я с тобой. Вам что-то нужно купить? Да, у нас как раз не хватает гирлянды. Купите? Конечно, купим. Идем. Ну вот и магазин, про который я говорил. Я думала, он будет меньше. Да ты не парься, я тут даже продавца знаю. Приветствуем вас в нашем магазине. Выбрали, что будете покупать? Гриша, ты что, не узнал меня? Андрей? Ты, брат, всего 2 года прошло, а ты так изменился. Кстати, кто это с тобой? А, так это моя подруга Алиса. Привет. В общем, Гриш, нам нужно гирлянду и парочку шаров для елки. Да не вопрос. Сколько метров гирлянды нужно? Давай 5 метров сразу. Запасом. Без проблем. Слушай, Гриш, а может ты с нами отметишь Новый год? Я с радостью, но нам сказали, что мы будем работать практически до самого Нового года. Ладно, ты если что заходи, вот адрес. Кто там? Мы, с магазина пришли. А где остальные? А, так они пошли на кухню готовить праздничный стол. Надеюсь, они умеют. Ты там не сомневайся, а то без еды останешься. Все-все, не сомневаюсь. Девочки уже приготовили еду и ставили ее на стол, а Андрей тем временем украшал дом. Ты все сделал? Мы уже ждем тебя. Да, я уже почти доделал. Все сели за стол и стали обсуждать свои планы на следующий год. Но вдруг... Ребят, вы кого-то звали? Нет. Кто там? Это Гриша. Можешь позвать Андрея? Окей, секунду. Андрей, там к тебе какой-то Гриша пришел. Гриша? Странно, он же сказал, что не сможет прийти. Привет, Гриш, скорее заходи. Привет всем, я Гриша, друг Андрея. Он сказал, что я бы смог отметить с вами Новый год. Надеюсь, вы не будете против. Конечно, не будем. Приятно познакомиться, я Полина. Ребят, я тут вам принес парочку подарков на Новый год. Давай, скорее показывай. Ура, подарки. Ну что, ребята, уже совсем скоро новый 2020 год. Вы сделали выводы за 2019? За этот год я сделал совсем немного выводов. Один из них – это то, что у меня осталось очень мало настоящих друзей, которые не предадут и не оставят в тяжелой ситуации одного. Спасибо вам всем, что вы остаетесь моими друзьями. Я познакомился с другими друзьями, они стали мне ближе, намного ближе. Целое лето направились с ними гуляли. Они заставили меня развивать мой канал, помогали мне в этом. Я познакомилась с людьми из других городов и тоже начала с ними общаться. За этот год я сделала вывод, что это был самый ужасный год. Я потеряла очень много друзей, родственников, но нашла себе новых друзей, и теперь хоть немного, но конец года явно улучшился. Для меня этот год был плодотворным. Я работал на фрилансе, занимался земельным бизнесом. Но самое лучшее событие за этот уходящий год – это вы. Вы мне все дороги. А для меня было самым лучшим моментом встретить вас, моих самых любимых и лучших друзей. И еще хочу сказать огромное спасибо моим подписчикам за то, что подарили мне такие приятные воспоминания за этот год. Именно 2019 год был самым удачным для моего канала. Надеюсь, что 2020 принесет всем еще больше счастливых моментов и ярких воспоминаний. С Новым годом! С Новым годом! Ура!